Преображение центра города продолжается. В госадминистрации обсудили рабочий эскиз реконструкции части улицы Советской от автовокзала до магазина «Виктория». В дискуссии были приглашены депутаты Верховного и городского советов, а также представители общественности. Центр города. Рядом автовокзал, три рынка, магазины и торговые центры. И неприглядный вид площади, соединяющий все эти объекты. Сейчас вплотную подошли к вопросу об устройстве территории. Прислушаться к мнению горожан и общественности, оценить предложения специалистов и сформировать задачи для последующего проектирования. Вот цели этого мероприятия. Особенность этого участка – это основная магистраль, которая соединяет наш автовокзал с основными объектами центральной части города. Это в первую очередь это вещевой рынок и продуктовый рынок. Вокруг этих мест исторически так сложилось, что город Бендеры, все основные элементы инфраструктуры города расположены в центральной части. И жители нашего города привыкли все свои вопросы решать, направляясь в центральную часть. Предлагается обустроить зону отдыха для пешеходов, установить скамейки, современные фонари, позаботиться об озеленении, а также доступной среде для маломобильных граждан, а также создать дополнительные места для стоянки автомобилей. Я все-таки сторонник того, что сначала, в первую очередь, мы должны создавать пространство для пешеходов, потому что пешеходами являются все 100%. Потом велосипедисты, к чему тоже нужно прийти, а потом уже общественный транспорт, а потом уже личный транспорт, тоже надо ему уделять внимание. Но приоритет все-таки является человек и пешеходное движение, зоны комфорта создавать и так далее, и так далее. Та часть зеленых насаждений, которая у нас имеется в настоящее время, туи и хвойные насаждения, они остаются островком. При въезде на эту территорию слева остается ряд небольшой парковочных мест, далее эта территория, она имеет возможность быть пересечена пешеходами в трех основных частях, пешеходными переходами, созданием островков и небольших зон с малыми архитектурными формами, с камнями для отдыха. Проект будет вынесен на рассмотрение расширенного состава градостроительного совета города в ближайшее время.